Курганская область отмечает 69-летие. Указ об образовании нового региона был издан Президиумом Верховного Совета СССР 6 февраля 1943 года. Тогда в состав Курганской области вошли 32 района восточной части Челябинской области и 4 Омской, с населением около 1 000 000 человек. Сегодня в областном культурно-выставочном центре губернатор собрал выдающихся людей Зауралья, представителей науки и культуры, промышленности, сельского хозяйства, духовенства и политики. Собравшимся показали фильм об истории создания региона. Глава Зауралья лично поздравил ученых и педагогов, которым присвоено звание заслуженных работников Российской Федерации. Он отметил, регион силами его жителей занимает не последнее место в экономике и культуре государства. 40% автобусов в стране выпущены КАВЗом, треть урана добывается на территории Зауралья. Список почетных жителей региона в прошлом году пополнился еще 4 фамилиями. Теперь в нем 48 человек. Я рад и счастлив тем, что сегодня в набирающем обороты 2012 году могу вместе с вами уверенно сказать, что Курганская область, имеющая славную историю, эффективно развивается и уверенно смотрит в будущее. И сегодня мы вместе с Россией целенаправленно решаем стратегические задачи, поставленные президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым в послании Федеральному собранию. Уверен, что совместными усилиями правительства области, всего гражданского общества, представителей бизнеса, жителей Зауралья, мы сумеем достичь новых намеченных рубежей.